уже успели посмотреть газеты, какие-то издания, возможно, интернет-страницы, возможно, даже радио и телевидение. Вот как вы оцениваете местные СМИ? Я успел в основном поговорить с коллегами отсюда, из Сахамедиа, и могу сказать, что, в общем, это такой довольно прорывной опыт, который встречается в регионах, но встречается очень выборочно. Так сложилось, что там вот там 10 лет назад там, или 7 лет назад всегда назывался вот ряд регионов, в которых очень круто с телевидением, там и так далее. Екатеринбург всегда был в этом списке, Казань всегда была в этом списке, там, ну и так далее. Вот. А вот мне кажется, что сейчас в этом списке, ну, в том или ином виде должен быть Якутск.